По-моему, Фролыка, да? Да, это Фролыка. Мы поехали, нет, мы поехали сначала, доехали вот до той заправки, ничего найти не можем, включили навигатор, обратно все объехали, через Ништяковский. Сейчас хоть видно это все? Да. Нормально. Да, как муравьи все. А эти с парашютов-то прыгать тоже здесь, да? Да. Удобно сидите? Да. Железнодорожный мост, поселок Железнодорожный. Красавинский, Пролетарский, вот Закамский. Ну, Закамский все же. А вот еще выше туда, вот первая излученная, вторая там, там Краснокамский. Прямо вот под горизонтом. Нет, вот прямо вот под горизонтом прямо. Вот белое такое здание. Ага. И две трубы вверх. Добрянская ГРЭС 40 километров отсюда. Справа вот разлив Чусового Сылвы. Вон мы стрелку замечательно видно сегодня отсюда. Ну, погода вообще идеальная. Ну да, видимо. А вот Лобановке тоже неприятно. Вон она. Да, я работал в юг. Вот там. Вот, ну, юга не видно, видно звездный вон он на горе. То есть вот, Лобаново, Каяново, вон звездный. Юг. Он немножко в низине, поэтому его не очень. Нам здорово так каждый день так летать. Покачаемся? Без проблем. Будет, ну, будет мало, да, не нормально. Говорить, это что? Ой. У нас никуда не сдувает, да? Не понял. Никуда не сдувает нас, да? Да, так вы потяжелее, чем девушка. Не с девушкой в операцию против Петра пришлось.